В Каспийской школе номер 12 8 декабря был дан старт муниципальному этапу школьной лиги среди общеобразовательных учреждений по баскетболу «Локо-баскет». Свое начало соревнования берут в 2006 году. Эти соревнования «Локо-баскет» школьная лига, они организованы как филиалом детско-юношеского баскетбола клуба «Локомотив Кубань» города Краснодара. И они проводят всероссийский этот турнир уже в течение 15 с лишним лет. Команда из 8 средних образовательных учреждений города состоят из юношей 2008 года рождения и младше. Каждая из них сформирована из 5 человек с неограниченными заменами. Проходит игра в 4 тайма по 10 минут. По словам главного судьи, в данном турнире запрещена грубая игра. Мы стараемся играть по немножко более таким упрощенным правилам, не так слишком строго, чтобы мы дали детям возможность поиграть. Соревнования будут проходить несколько дней, по результатам которых будет определена команда-победитель. Ее участники получат медали и грамоты, а также право представлять Каспийск на республиканском уровне.